снова мы. Здравствуйте. Дружище, короче, валяется, блядь, синий. Конкретно, блядь, с подругой, блядь. Сегодня, короче, форс-мажор, блядь. Сегодня, короче, женька нету. Яйца. Пить, да. Короче. Ну, сейчас все увидите. Короче, народ, сегодня снимаем очередное видео. На что готов мужик. Брать 300 рублей. И вон там уже Горюк сидит, ждет. Сейчас я покажу, что мы купили для этого видео. Так, короче, купили мы вот такие вот яйца, 15 штук их тут. Он должен будет съесть их все и выпить залпом вот такую вот колу литровую. Не прерываясь. Не прерываясь, да, то есть не отрывать, ну, чтобы не отрывать ее от губ. Ну чё, чуваки, поехали. Все, обед начался. Погнали. А все есть что? Че? Че ты все пишешь? Да ты прям... Вот на халяву пожрать, ебаные чуваки, блядь. Сейчас, кстати, с 15 яиц, знаешь, как наешь? Ну, закинул, ну. Че, номер два, блядь? Второе яичко пошло. Вкусные яйца? Нормально, да? The best. А я как Паганини, наверное, буду петь, блядь. Тихо, расскажи, что там у тебя за друг, который хочет тоже. Короче, он готов съесть, блядь. 5 червей, блядь. Со сгущенкой вообще, блядь. Там жесть, я, блядь, без сгущенки их не мог сожрать, блядь. Не, запивка еще можно. Короче, похоже на, блядь. Что? Но. По ощущениям, блядь. Жеваная резина, блядь. Со вкусом земли, короче, блядь. Это не советую. Это не крекер случайно, который пишет? Не, это не крекер. Это уже другой человек? Это дружбан. Тоже Санек. Местный синяк, короче. На нем дом живет. Готов, короче, подписаться. На всю хуйню, да? Тебе надо было сегодня его позвать, что ты его не позвал? Готовый? Бухой уже. Понятно. Три уже. Поехали дальше. Четвертое. Ну, я думаю, ты минут за две все яйца тут подходишь. Ну, бля, ну сгущенка, блядь, с водой, конечно, она пошла на... Я бы, может, охуярил, блядь. Ну, три банки, блядь, за, блядь, три минуты. Нет, сложного. Блядь, минут за пять, наверное. Нормально, это вполне реалистично, блядь. Сейчас самое интересное будет, когда ты будешь колу залпом пить. Она же газирована. Сейчас она у тебя все назад попрет. Ну не жалуешь, 3 дня, блядь. 3 дня не ел? Угу. Охуеть. Потому что у меня уже хуй пройдет. Во мне вот такая уже. Покажи, вон. Во мне вот такая же газировка, блядь, уже есть. Ну что, пятое понял, пошло. Пятое яичко. Ты не понял, это бурматуха там стоит. Ну а что, какой вопрос? А, нормально. Зато болеть не умею. Я уже курочка ряба себя, блядь, чувствую на. Так, сколько ты? 5 штучек, да, съел? Угу. 6-е. Идут нормально пока? Да ебись. Желудок пустой. Блять, не бьется на. Золотой, что ли, блядь. Ладно. Нужно наполняться, ну, блядь, не знаю. Ты ждешь, когда, блядь, начну блевать от яичек уже, да? Я, наверное, жду, блядь, когда, у тебя, когда такую колу будешь и пить, и когда он тебе на это полезет назад. Она же газированная, блядь. Че, уже назад хуячит? Ну, если назад оно будет. Да, сука, тяжеловато, блядь. Уже тяжело? После 7-го яичка-то, блядь.
по 6, блядь. Будет сейчас. Так, это получается какой у нас пошел? У меня уже начинает, блядь, пучить нахуй. Блин, что? Получается 8 яйцо уже, да? Чего? Ты съел уже, это 8. А, ну да, ты 7 еще есть. Ну что, хоть расскажи что-нибудь интересное. Ты Женька-то сегодня утром видел? Конечно, в жопу пьяный. Пьяный в жопу? А чуваки, еще осталось 2, 4, 7 яиц. Ой, бля. Жестко, блядь, жестко. Никогда не ешьте яйца. А я хотел 20. Жёстче. Но это большие, блядь. Жёстко, это знаешь, когда люди их со скорлупой едят? Это жёстко. Погоди, блядь, мне уже, блядь, подкатывает нам. Как сгущёнка ебанёт, блядь. О, отрыжечка пошла, это отлично, знаешь, воздуха много очень было, блядь. Поехали. Да, сейчас вот самое интересное, походу, пойдёт. Бля, не на штаны не наплевать бы, ну. Поехали, ладно. Идем, могу анекдот рассказать вам. Расскажи анекдот. Друзья мои. Расскажи анекдот. И снова с вами вечерний Ургант, бля. Сейчас я вам такую хуйню забабахаю, бля, короче. Ну, сейчас яйцо даем, бля. Семь яиц еще осталось, да? Да. Короче, жена мужа, блядь, уже смешно звучит. Короче, пришла к сексопатологу, блядь. Ну и, блядь, говорит, блядь, муж не хочет, говорит, ни в одну дыру меня пердолит, говорит, блядь. Вот. Ну, блядь, доктор, и, блядь, ну, короче, это, вставай раком, короче, блядь. И мой полы, блядь. Она встает, рак, муж заходит, блядь, бах, упал, блядь. Вот. Сейчас. Упал, все, в обморок лежит, блядь. Короче, жена, блядь. Вася, Вася, что случилось? Блядь, Люда, нахуй. Представляешь, захожу, короче, домой, блядь. А там, говорит, в проходе, говорит, блядь, вот такой гном, говорит, блядь, с башкой стоит, говорит, блядь. Щеки, короче, розовые, блядь. Вот. Говорит, бородатый, сука. А говорит, а посередине, говорит, блядь, слёни, короче, блядь, текут. Вот. Ну, кто-то, может, поймет этот юмор черный. Что, поехали дальше. Давай, давай. Да, тяжеловатенько идут. У меня сейчас яйцо, блядь, не вывалится из задницы, блядь. Я вот это думаю сейчас, сука. Не, блядь, это жестко, жестко. Блядь, жестко. Со скорлупой вообще пизда, нахуй. Да, я смотрел на посток Ютуба, люди со скорлупой хуячат. Но у нас так продвинутый канал. Ну, у нас продвинутый канал, поэтому такого трэша, блядь. Не, ну у нас продвинутый канал, ну какашки у нас могут люди есть. Ну бывает, да. А чё какаху, это, блядь. А чё твой такаш какаху ебанёт? Не стал подписываться. Короче, Жундос нас всех подвёл. Конкретно. Ну Жундос какаху может. Угу. Как вчера с червями, блядь. За 2000 ебанёт какаху? Я думаю, навряд. Нет, ты ему предложи кошачью, блядь. Они, блядь, знаешь, сколько жрут, блядь? Пиздец, хоть витамины в говне, блядь. Ну вот Женьку надо витаминчик. Нет, что это, блядь, эксклюзив будет, можно сказать. Ну да. А то мне там уже парень писал, скажи, то что типа это. Типа Женек наебал нас, типа какаху не съел. Не, ну смотри, какая, ёпта. А хуй с ним, давай такую хуйню. Короче, чуваки, на 20 мышиных какашек, нахуй. Съест она, короче, 20. У меня, блядь, крыса есть декоративная. Вот, она срет, блядь, как блядь, лошадь, нахуй. Вот.
Думаю, 20 мышиных какашек на... Я, конечно, откажусь от этой затеи, яйца-то безобидные. Ну какие они по размеру, покажи. Ну, блядь, вот такие вот. Такие? Как опарыши, ёпта. Только потолще немножко. Ебанёт он за 2000 какашек? Какашек мышиных. Ну да, нихуя там, горсть надо сожрать, ёпта. Ай, блядь, там вообще, блядь. Охуеть, блядь, мышиные какашки, блядь, пиздец. Блять. Это было бы охуенно вообще. Да я притащу ему, блядь, пакет нахуй целый. Пусть ест, блядь. Ай, блядь. Хули там белок, нахуй, вся хуйня. В какашках белок? Выкнешь, да. Да? Чуть первый раз такой слышу. Не, могу тебе на пробу принести. Не, мне не надо, ёпта. Чуваки, еще 5. Блин, такой ветер сегодня стоит, пипец. Ложится, я выпью. Вон, яички валяются. Труба. Еще 5 штучек осталось. Да, я уже чувствую, я сейчас обосрусь. Ну, уже тяжело, да, идет. Сейчас потом будет вот это вот пить. Вот это вот будет поинтереснее. Бля. Потому что, насколько я видосы смотрел на ютубе, и очень тяжело дается залпом колу выпить. Что я плюется, не знаю. Она же газированная еще. Блять. С какашками. Ну давай это, ты ему предложи. Ну, 20 мышиных какашек. 20 мышиных какашек. За 2000 рублей. Предложим, бля. Ну надо найти еще. Бля, ну. Ну или окашу. Ну ты или можешь сам рубануть. Ты ебанулся, что ли, ты чё? А чё? Не, я ж, конечно, синий, блядь, но... А вот этот вот, у тебя лакашка-то новенький, он 5 чекушек ебанёт зал. На халяву он 5 метров. Выпьет? Ну не такие... Но постепенно. Ну не такие по 0,25, а вот такие хотя бы по 0,5, ебанёт? Прям залп. Вот будет стоять 5 бутылок, если он прям залпом их 5 ебанет, я ему 3000 рублей дам. Где его, блядь, искать-то, блядь? Кого? Блядь. Ну не сейчас, не сейчас. Потом. Следующих уже видим. О, ему. Еще один идет. Сам с собой пиздит. Тут походу за райпов все такие тепленькие ходят. Пиздец, блядь, тут свалка вообще, нахуй. Блять, в желудке что ли варится, что ли, блять. Хватит, козюльки ты есть, ёбаный. И нахуй козюльки, это, блять, от яйца, ёбка, от яйца, ёбка. Да, да. Я тебе говорю, от яйца. Давай, ладно, что там, сколько там осталось? 4 штуки, ебать. Темп. Все тише. Давай, ускоряемся. Концовочку давай. Бля, я бы сказал, мана. Сколько будешь сам яйца нести, да? Блять, не особо. Ты что, наешься зато, ты что? Да, бля. Можем червячка тебе найти, закуш. Ага, блядь, колу еще, блядь. Чтобы это блевануть тут, блядь. А вот опарыши валяются вчерашние. Ну и хуй. Вот он, засохший. Будешь? Ага. Хорош, блядь, я вчера наелся, мана. Давай. Кстати, ребят, если у вас есть какие-то предложения, какие сделать конкурсы. Да, только не какашки, нахуй. Да, какие сделать конкурсы, пишите в комментарии. Если это более реалистично будет, мы это сделаем. Ой, бля. Чуваки, уже, блядь, 12 яичко хуёненько уже идет, блядь. Ну зато наешься на целый день. Да я ебал. Ты мне еще на лоб, блядь, прикрепи. А что с людьми делать, жадность, пацаны, вот так вот. Посмотрим, как будет есть какашки за 2000.
Я не буду здесь какашками. Да не ты, я... Пусть он Женя хуярит. Блядь, жесть, чуваки, жесть. Никогда не ешьте яйца. Больше 10 штук. Нет, 10 нормально зашли, а сука. 10 нормально? Ну, 10 терпимо уже. Люди, ну это еще тебе, смотри, это еще без учета времени, а так люди на время хуячат. Ну, тогда сразу блеванешь, если на время что-то. Блеванешь, да? Вот конечно, надо, чтобы ты блеванул. Я хуею, блядь. Давай еще два яичка, давай, давай. Тебе блевать пока не хочется? Ты если что, погромче еще в камеру говори, чтобы тебе погромче слышно было. Нет, я пока не хочу, чтобы было. Пока нет. У тебя яички назад пойдут. Че? Тяжеловато, ёпта. Давай, давай. Бля, еще две штуки, сука. Еще две штуки и колка, давай. Колка, блядь. Ты дальше просто отойди, он тебя блеванул, да. Вот они, яички валяются. Я думал, без колы все произойдет, блядь. Без колы произойдет? Бля. Ой. Давай, давай. Вытягивай. Я на пятнашку можно вернуть. О, бля. Ёпта. Нихуя еще. Кстати, когда ты ел червяков там, и вот эти опарыши, вот этот китик, блядь. Чувак пишет, типа, бля, говорится, аж самого блевать тянул, пиздец. Ну я, блядь, сажал, нахуй. Не, ну понятно, что сажал, молодец. Фу, бля, яйца уже полезны. Без кока-колы, бля. Давай, давай, давай. Давай! Завыдывай, на. Давай, последнее яйцо об голову, вот так. Фу, бля. Ты чё, Игорёк? Фу, бля. Блядь! Блядь! Сука, я чуть сам не блеванул! Га, блядь! Блядь, чуть сам не блеванул, сука! Бля, Женёк, ой, Женёк, Игорёк. Бля, сука! Ебать, поблевал. Пиздец. Фу-фу-фу-фу, блядь, сука! Бля, парни, вы бы это видели, вы бы тоже, блядь, вас блевать бы потошнило. Ну, давай еще вот, давай вот еще сколько, то допивай, давай еще яичко, давай, Игорек. Ай, блядь, давай, уже яичница, блядь. Чего? В комментарии скажите свои. Я в ахуе, блядь. Блять, сука, аж ебать воды там. Бля, кока-кола вообще лишняя, блять. Да. Бля, ты как хотел. Бля, я хотел 15 яиц и кока-колу на халяву, блять. Я тебе матухи купил на халяву. Блять, 15. Пусть и продолжим.
Продолжу, не будем отчаиваться. Плачешь, ёптай. Бля, сука, это пиздец. Я бля ж слово, блядь, блевать подождило, давай. Все последнее яйцо. Не будем терять надежды, блядь. Все последнее яйцо, походу, тоже. Блядь, ебать. Наблевал, нахуй. Эй, ты хотел, ёп. Я все равно курицу зараз. Давай последнее яйцо обгол уже, блядь, горю. Обгол? Да ты ебанулся, нахуй. Я доем, но обещал, блядь, 15 на сажу. Ты можешь себе домой забрать, пригодится. Бля, кому нужен контейнер? Кому нужен контейнер, вот здесь валяется, приезжайте, забирайте. Нихуя, я сказал 15, я сажу. Да? Ну красавчик, красавчик. Лайк, ребят, за это. Да, да. Сейчас, может, ты кока-колу осилил, полбутылочки попробуй, бля. Мужчак. Все, да? Жизнь продолжается. Яичко готово. Так. Все, пятнашечку я хуярю. Че, поехали, да? Поехали, да. Смотри, она может быть чуть прохладная, тебе главное не оторвать от рта. Если ты оторвешь, ты проебал. Ну, ты понимаешь. Да я, блядь, обстрадал, ты посмотри, я, блядь, добил один хуй, как честно. Не, ну это ты красавчик, красавчик. Да, правда, блядь. Ты приготовил? Ну слизывать я и не буду, нахуй, уже это все, блядь. Не, ну это может женек пускай потом придет. Поест, ёпты. Ай, бля! Скажешь, что за кисель, блядь, с ложкой придет. Погнали. Залпом, залпом, залпом. Не отрывайся, Горек. Она газировка. Не отрывай, не отрывай, че ты? Нельзя отрывать, Горек. На. Нельзя, нельзя. Давай, давай, сразу, поехали, поехали. Но она холодная, была бы она тёплая. Ну понятно, пей потихоньку тогда. Пей потихоньку, но не отрываясь. Чтобы газы тебя ебанули, тебе надо пить потихоньку и много. Угу. Че, не можешь? Хуя как танк, бля. Давай, 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 давай. Пол бутылки я попробую, а себе, блядь, больше не давай, 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 Игорек, надо до конца, Игорек. Да ебанул, что ли, чтоб, блядь, давай, мне из ушей все полезло, блядь. Погнали, погнали. А. Раз, два, три, поехали. Сейчас, погоди. Я тебя, видишь, сегодня напоил, накормил. Нормально? Сука. Че, еще разок? Давай, давай. Хуяч. Давай, давай, хуяч. Пей до дна, пей до дна, пей до дна, пей до дна. Сука. Ебался в соплях, нахуй. Я могу без газировки рыгнуть, нахуй. Че, рыгнуть, что ли? Да хочешь рыгни, я че. Пиздец, ты хуячишь. Как танк, блядь. Давай еще чутка прям, чутка, давай еще разочек. Ебать. Погнали. Чуваки, это не стоит. Давай, давай. Не стоит. Давай, давай. 503 надо давай, давать. Давай. Рекламная пауза. Погнали. Бля. Блевануть бы еще разок. Не блеванешь, уже наблевал. Уже осталось, можно допить. Слышь, это, Игорь, покажи, какие у тебя зубы. Да не.
На. Покажи, заебал. Ты черный, не зубы, заебал. Покажи, заебал. Не, не, на. Да почему жопу попросил показать? А ты можешь в жопу показать? Не в жопу показать, куда, блядь. Там пизда, полбутылки, охуя, хорош, блядь, пизду. Короче, ладно, на этом сегодня все. Передавай там подписчикам привет и... Короче, чуваки, не ешьте яйца. Пишите лайки, заходите в твиттер, блядь. Но... На Mail.ru пишите. Прощайте, все. Да, прощаемся. Наверное, может, завтра вы меня еще не увидите. Но... Следующее видео должно быть точно какашки. Какашки, но не мои. Как не то, ну и не твои тоже. Не мои. Мужчины. Давай, говорю. Так, ребятки, в общем, отсяли мы на что готов мужик. Горек, в общем, съел 15 яиц, половину выблил, вон там вот лежит, вон, видите, блевота его. Выпил больше половины колы. Сейчас мы подводим итоги. В общем, все он сделал. Так что ставьте, если вам понравился видос, пишите комментарии, ставьте лайки. Ставьте лайки. Да, лайков побольше, да. Пишите комментарии, если хотите увидеть, что дальше, какое задание если придумать. Если меня хотите увидеть. Придумать для него, либо для Женька. Ну, я думаю, следующее видео будет трешовое, потому что если вы смотрели это видео до конца, с самого начала, вы поймете, что будет в следующем видео. И не ешьте вискас. Не ешьте вискас, да. Кушайте побольше яиц. Всем пока. Ай.